Ну а на Маганском тракте в районе Якутска сегодня загорелся автобус. К счастью, никто не пострадал. Как заявил директор ЕПАК Сергей Максимов, инцидент произошел около 9 часов утра. Всех пассажиров эвакуировали. Известно, что автобус двигался из Магана в город. По словам находившихся в салоне, на протяжении нескольких километров в автобусе чувствовался запах гари. И только потом водитель обнаружил возгорание. По данному факту создана рабочая группа. Она должна выяснить причину происшествия. Автобус двигался по маршруту номер 102, выполнял рейс. Произошла техническая неисправность заднего моста, сорвался сальник, выброс масла, масло загорелось. Водитель остановился, сообщил в пожарную службу, эвакуировал пассажиров, взял вмешатель и устранил инцидент. Пострадавших нету, автобус минимально пострадал. Здесь с правильными действиями водителя. Сейчас, поступил в ремонтные мастерские, устраняют недостатки, завтра выйдет на линию.